В этот сад ежедневно ходят почти 400 малышей. Стройка в опасной близости от детского дошкольного учреждения началась 2 месяца назад. Работники детского сада утверждают, постоянный шум от работающей на стройке тяжелой техники мешает учебному процессу, а ее близость к зданию ставит жизни детей под угрозу. Строительство развернулось в непосредственной близости от детского сада. Расстояние от непосредственно от здания детского сада менее 5 метров. Сами понимаете, что строительство предусмотрено и использованием техники в виде кранов. И, конечно, это угрожает жизни. Страдают и жители близлежащих домов. Рассказывают, строители работают без праздников и выходных. Инициативная группа встречалась с владельцем этого земельного участка. Людям ответили, что разрешение на стройку есть и новую многоэтажку возводят законно. Правда, никаких документов не предъявили. Чтобы обеспечить безопасность своим детям, жители готовы на крайние меры. Следующий наш шаг, честно, это мы выйдем на митинг, перекроем стройку и будем ее растаскивать. Жители домов по улице Солнечной обратились за помощью к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Он выслушал позицию людей и связался с владельцем земельного участка. У меня к вам настоятельная просьба прибыть на эту встречу по-хорошему, для того, чтобы на месте объясниться, представить все интересующие нас документы, дать пояснение по всем вопросам. Ну, в первую очередь, нас интересуют документы, связанные с правоустанавливающей на землю, на земельный участок, каким образом он был оформлен, ну и дальше весь набор документов, связанный с дальнейшим строительством. Депутат Государственной Думы пообещал жителям провести выездное совещание на месте стройки в ближайшее время. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события.